Томские синоптики научились предсказывать опасные погодные явления. Это было возможно и раньше, но прототип, который уже назвали прибором высокоточного прогнозирования погоды, делает это быстрее, что важно, в автоматическом режиме. Маленький прибор заменяет собой большую стандартную метеостанцию, которой пользуются специалисты по всей Сибири. Установка работает на основе инфракрасных излучателей. Главное же достоинство томской разработки – она может с высокой точностью прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций на небольших территориях в ближайший час или два. Обычным автоматическим метеостанциям это не всегда доступно. Разработчики надеются, что их изобретением заинтересуются в МЧС. Кстати, в Омске в ближайшие два дня похолодает, в пятницу предупреждают в гидромедиацентре. Температура опустится до минус 20 градусов днем и до минус 37 градусов ночью.